Желтая пони попалась, да? Чье-то ушко выглядывает с коробочки. Яна читает, что написано на коробочке. Салют, друзья! Это кто? Пони. Пони. Сегодня мы с Дианой будем открывать свитбокс пони. Да. С нами будет открывать Twilight Sparkle. Привет, Твайлайт. Мамочка, ты тоже принцесса? Маленькая малышка. Будем открывать? Да. Выбирай, какой хочешь первый. Эту. Вот такой. Вот такие у нас свитбокс. Здесь должны попасться аж 10 пони. Также здесь есть пони по имени Диана. Представляешь? Будем искать Диану? Давай. Открываем первую коробочку. Дядя. Что там? Дяди. Вот такой вкусный мармелад, как всегда в наборе. И пакетик с игрушкой. Написано «Пони на ладони». В наборе конфетки «Желейные мишки». Смотрим, кто первый попался нам. Что там? Ух ты! Кто это? Это вкладыш. Все пони, которые могут попасться. Пони на ладони. На ладони пони появляются из волшебных коробочек, в которых они попадают из далеких сказочных уголков Вселенной. Они хранители даров, покровители стихий и волшебных мелодий. Нам попалась Донни, стихия Земля, покровительница животных и насекомых. Она знает их язык, всегда первая приходит на помощь, ее нотка – До. Вот такая красивая Донни. С короной, зелененькая. Смотри, какая. Да, классная. Да. Это что, кошечка? Нет. Открываем следующий сюрприз. Давай. Да. Пони внимательно смотрит, как Диана открывает. Чтобы она ничего не пропустила. Да? Фейки. Ну, конечно. Желтая пони попалась, да? Цок-цок-цок. Следующую пони зовут Сони. Стихия огонь. Очень доброжелательна и общительна. Знает приветствия на разных языках. Обожает нотку соль. Вот такая красивая пони Сони. У нее такая огненная грива и хвостик. Следующий открываем. Кто-то там выглядывает? Чье-то ушко выглядывает с коробочки. Нам попалась пони Окта. Стихия огонь. Любит шутить, проказничать, веселиться, пускать молнии и рисовать. Окта. Вот такая персиковая интересная пони попалась. Четвертая пони. Ух ты! Нам попалась пони Мила. Стихия Земля. Покровительница цветов и растений. Знает заклинания для их роста. Обожает варенье из лепестков роз. Любимая нотка Ми. Мила. Красивая пони Мила. У всех пони белая корона. Это пони
чем-то похоже на Twilight Sparkle, которая стоит позади. Смотри, Диана, какие красивые пони, да? Да. Тебе это понравилось больше всего? Диана очень любит желтый цвет. Пятый бокс. Диана читает, что написано на коробочке. Каждый раз, как в первый раз. Пони Ренни. Это стихия воздух. Умеет лепить фигурки и замки из облаков. Любит напевать песню про облака и белогривых лошадок. Любимая нотка – ре. Ренни. Вот она, белогривая лошадка. У нее грива в виде облаков. Пони, как твои дела? Поздравьте меня! О, Твайлайт заговорила. А каким ты хитрым путем? Осталось 3 сюрприза. Доставай, будем смотреть. Ура! Нам попалась пони Диана! Пони Диана. Стихия – вода. Обожает превращать воду в лед, кататься на коньках, рисовать узоры на стеклах. Диана, ты представляешь? Эту пони зовут так, как зовут тебя. Да. Пони Диана. Класс! Это будет твоя любимая пони, да? Вот такая красивенькая зелененькая пони Диана нам попалась. У нее хвостик и грива, как кусочки льда. Все пони в движении и очень интересные. Ну, конечно, чудесно. Диана не может определиться, какой бокс ей открывать. Это. Давай. Аж пони попадали. Какая же пони будет следующая? Ух ты, такой нет. Классно, нам не повторяются сюрпризы. Нам попалась пони Фанни. Хранительница даров солнца. Умеет пускать солнечных зайчиков. Любимое время года – лето, а нотка – фа. Да. У пони Фанни очень красивая зеленая грива, выполнена в виде листочков. Открываем самый последний сюрприз. Диана поет песню. Диана не хочет давать сюрприз. Не хочешь узнать, кто там? Хочешь? Нет? Все-таки решились открыть последний сюрприз. Ты посмотри, какая тебе пони попалась. Какая у нее интересная грива. И с крылышками. Такой у нас еще нету. В последнем сюрпризе нам попалась красивая пони Баси. Баси – почетная гостья многих праздников. Ее знают и почитают все пони. Она очень справедливая и мудрая. Обожает фотографировать и читать. Это первая пони, которая с крылышками. Такие еще не попадались. У нее так интересно уложены волосы. Ровная, красивая грива. Вот такие красивенные пони попались нам сегодня в сюрпризах Sweetbox.
Посмотрим, какие пони нам не попались. Нам не попалась Синди и пони Ляля. Все остальные у нас есть. Причем ни одна не повторилась. Диан, какая пони тебе понравилась больше всего? Желтенькая. Желтенькая? Любит Диана желтый цвет. Ребята, напишите нам, какая пони понравилась вам. Подпишитесь на канал Дианочки, ставьте Диане лайки. Диана, пони, пока-пока. Пока-пока. Друзья, у нас на канале конкурс. Мы разыгрываем 10 коробочек конфет Bean Boozled. Условия очень просты. Подпишитесь на канал Kids Diana Show. Подпишитесь на группу ВКонтакте Kids Diana Show и сделайте репост этого конкурса. Результат конкурса вы увидите в группе Kids Diana Show ВКонтакте 22 мая. Желаем всем удачи!